Мы уже приближаемся к безвыходной ситуации. Народ должен выйти на улицы и защищать свои интересы, поскольку кроме нас никто этого не сделает. В сложившейся сегодня в стране обстановке виновата и инертность народа. Нож дошел до кости, но власти не предпринимают никаких шагов, чтобы выйти из этой ситуации. Поэтому они должны уйти. В следующий раз Никол заявит, что они не могут защищать интересы Армении, что у них нет средств, чтобы сохранить независимое государство. Мы должны присоединиться к другому государству, и было бы хорошо присоединиться к Азербайджану. Этого не надо допускать. Мы предложили властям создать сообщество для нас в Армении, чтобы мы смогли жить здесь. Пусть хотя бы построят для нас домики. Они отказали, сказав, что мы должны вернуться в Карабах. Я ответил, что мой дом находится в Гадруте, но сейчас там находятся азербайджанцы. Где мне жить? Пусть они вернут Гадрут, и мы отправимся туда жить. Почему они не делают этого? Пашинян уже забыл про Гадрут. Ясно, не хочет вернуть наш город. Уже 2 года мы находимся здесь. Государство ничем не хочет помочь нам. Никого не интересует, где и как мы живем. Пусть дают нам компенсации, чтобы мы смогли купить здесь дом. Мы живем на съемной квартире. Сколько можно жить так? Наш руководитель, имею в виду Никола, никогда не читал армянскую историю о том, что когда-то наша страна простиралась от моря до моря. Где сейчас все это? Сегодня нет ни Армении, ни моря. Остался всего лишь клочок земли. Почему с нами случилось такое? Как нам быть дальше?